Доброе утро. Спокойствие. Доброе утро еще раз. Я не знаю, чего тревога. Я еще новости не смотрела. Я знаю только одно, что я собралась. И сейчас иду к ветеринару, отдам ему клетку. Я ее помыла, почистила. Потом можно отдать Пенси. Я иду с знакомыми, они ведут собаку. Я думаю, как раз вместе с ними покажу, где находится ветеринар, и все подаю. И корм тоже занесу. Надеюсь, тревога у нас не сложная, а обычная. Да, у меня, знаете, как у меня уже есть категория. Тревога хорошая, тревога плохая, тревога немножко настораживающая. И снег от меня что-то хочет, но у меня закончился корм. Для собак, для кота, для всех. Поэтому еще надо купить корма. Но это я буду делать уже потом, когда приду домой. Мне здесь нужно поубирать. У меня вчера пылесос сел, и я ничего не смогла сделать. Свет вырубили, и мы так легли спать. Сегодня утром я просыпаюсь и офигеваю. А еще вот этот вот зверь сегодня ночью опять начал орать. А так как у нас уже сделали ключи, вернее, дверь домофонную, она была закрыта. И мне пришлось ночью спускаться на первый этаж, чтобы его открыть. Вернее, чтобы его выпустить. Я его выпустила, закрыла дверь, и он пришел только утром. И я сегодня более-менее хоть чуть-чуть выспалась без его мяу-трын-трын, мяу-трын-трын, трын-трын, это по ручке он стучит, чтобы его запустили обратно. Вот такая вот история. Все, я побежала, и дальше уже посмотрим по дню, что мы будем делать. Занесу клетку, чтобы больше никаких птиц не подбирать. Снег, и тебе советую тоже никаких птиц мне не носить. Кстати, вы заметили, что я в последнее время вообще на голове ничего не делаю, кроме хвоста. И у меня сейчас волосы мокрые, я их только помыла и сразу же завязала в хвост. Жарко с распущенными волосами. Хотя сегодня не сильно жарко, но в любом случае мне просто лень этим делом заниматься. Пока постоишь под этим феном, хоть он и холодным воздухом дует, потом уже чувствуешь себя вообще никак. Снег, пошли! Давай, давай! Ты не выйдешь самостоятельно. Молодец, все. Боже, чуть не разбила чужую клетку. Утром такая погода была шикарная. Так было прохладненько, хорошо. Уже все. Уже жарит, парит. Думаю, можно на пляж съездить сегодня. Немножко дозагореть. Сегодня как раз понедельник. Сегодня... Не, какой пляж? Мне сегодня надо купить продукты домой. Мне сегодня надо вообще что-то приготовить. Надо вообще сегодня маму включить. Да, наверное, нет. Ладно. Короче, клетку я отдала, все отдала. Собаку завели. Все хорошо. Хочу взвеситься. Посмотреть, сколько я вешу. Так. 0,0. Становимся. О, ничего себе! Я поправилась. Это очень даже хорошо. Короче, я сейчас завтракаю, знаете, чем? Кира еще спит, поэтому я буду завтракать без нее. Вот этим вот йогуртом Марика, который она вчера купила. А потом пойду за продуктами, потому что у меня же в холодильнике просто полный ноль. Хотя сегодня написали, что опять планируют большое отключение света к вечеру. Так что вечером, возможно, опять света не будет в течение 8 часов. Буду покупать что-то максимально то, что можно приготовить, съесть и забыть. Поэтому мы делаем вот так вот. Йогурт. Шарики, опачки и приятного мне аппетита. И кто будет кушать вместе со мной, тоже всем приятного аппетита. У нас сейчас выключат свет, уже пришла смс-ка. А у меня очень много вопросов по поводу, как там мышонок, ты его давно не показывала. Вы, ребят, вы просто влоги смотрите очень и очень невнимательно. Но так и быть, я вам покажу, как там мышонок. Вот, смотрите. Как он? С ним все хорошо. Где ты там? Иди сюда. Ты только что тут был. Я знаю, я тебя видела. Вылазь. Вроде бы сюда залез. Давай. Буська, ты где? Буська, ты где? Ну, вроде туда залез. Сюда не залазил. А, вот все-таки он где. Иди сюда. Я тебя пропустила. Давай. Васик, давай. Вот так вот.
Вот так вот. Вот мышонок, с ним все хорошо. Жив-здоров. Смотрите, какой красивый. Жив-здоров, да? Жив-здоров, кусает. Так что все с ним отлично. За мышонка можете не переживать. Видите, как? Что такое там? Что-то вкусненькое. Пойду сейчас тебе семечек куплю. Еда есть. Он высыпается. Его никто не трогает. У него жизнь лучше всех взятых нас вместе. Смотрите сейчас, как будет. Уже свет выключили напротив. И сейчас наша очередь. Опа! Все. И у нас его тоже уже нет. Я собралась, иду в магазин. Единственное, знаете, что хорошо, что я успела постирать. Потому что неизвестно, когда у нас включат свет. Единственное, что могут включить через 4 часа. Но по графику пишут ориентировочно до 7. Поэтому кто его знает? Кто его знает? А мы все боремся с нашими строителями, которые взяли деньги за работу и эту работу не выполнили. И что-то никак не идет. Диалог. О, а, ну да, света же нету, думаю, тю. Домофон вроде починили, а уже снова не работает. Ладно, все, я уже посмотрела, что мне надо домой. Мне надо там разные масла, разные стиральные порошки, разные, может быть, мясо. Здравствуй, не кричи так. Я скоро приду. Да, не кричи, пожалуйста. И иду в сельпо, потому что наша АТБ закрылась. Все, его уже нету. Оно типа на ремонт закрылось, там какие-то у них проблемы, дела. Не ори, пожалуйста, я сейчас приду. Все. Пока. Чек обещает мне, не знаю, что вас ждет, але обещаем будет короче. Ну, дякую. И купила я продуктов на 819 гривен. Плюс 580 оставила в зоомагазине, потому что покупала корм собакам и коту. И иду себя сейчас ругаю за то, что я купила такой большой, но шикарный шопер. Туда теперь помещается все. Еще арбуз, но я, наверное, его просто физически не дотяну. Хотя кукурузку две штучки влезет точно. Боже, я уже не могу нести. Сейчас реально приду домой и взвешу эту торбу. Сколько я несу килограмм, самое интересное. Немножко отдохну и пойду дальше. Ладно, посидели, можно идти дальше. Блин, у меня что-то аж живот начал болеть. Надо себе уже покупать тачку. Такую, как бабушки вот уходят с тачками на колесиках. Надо себе тоже такую тачку покупать. Мне все говорят, что ты уже баба старая. Буду баба старая с тачкой. Мне нужна тачка, срочно нужна тачка. Еще где-то тут должен быть снег. Он же тут кричал мне, когда я уходила. И домой я его не запустила. А дверь у нас уже закрыта, и поэтому он 100% где-то гуляет. Привет, пошли, дорогой, я тебе купила вкусняшек. Да, пошли, малыш. Буду тебе все показывать, кормить, рассказывать. Идем, мой хороший. Здрасте. Ой, слышу, уже кто-то проснулся. Доброе утро. Доброе. Ты завтракаешь? Иди мне помоги, поставь весы на пол, я хочу взвесить, сколько я тарабаню. А ну давай, мне просто интересно. Я аж горбатилась, пока донесла. А ну нажми, чтобы оно было этим. 0,0 показала. Так, смотрим. 9,45. А если поставить вот так вот, всем весом, 9,45. Короче, прикинь, почти теру несу. О! Это все, Кира, знаешь, что на один день продуктов и на 3 дня собакам. Ну его нафиг, давай перед будем кушать солнце. Вернее, питаться солнечными лучами. Нет. Тебе только жрать. Так, ну что, давайте буду вам показывать. Может, поможешь мне? Давай, чуть-чуть помоги, бы я втомилась. Так, это 2 кукурузки. А, это сахар, Кирочка. Потому что сахара у нас нету. Маслечко.
Это картошечка. Я знаю, что хочу сегодня сделать. Мяско с сыром, с соусом. Ну, как я вот делаю такую смеську с картошечкой. Будет вкусно? Потом наггетсы. Сделай тише. Ай! Помидорки. Цибуля, да. Потом помидоры вот такие. Вот мне такие жалко тушить, поэтому взяла фигню. Лимончик тебе. Спасибо. Майонез. Курка. Она вся растаяла. Положим разделить. Не, сейчас ее готовить буду. Да? Да. Она вся уже... Это филешка. Она уже теплая. Нормально. Потом взяла кофе, ребята. Вот это вот кофе было по скидке 65 гривен. Оно еще, представляете, тут микс арабик Бразилии, Сантос та Бурбон. Солодковатый смак без герчинки, пряный аромат с присмаком вина. Вот это я с утра как напьюся. Так, капли. Это капли я себе взяла, боже мой, еле выжила сегодняшнюю ночь. Снег. Любимый для тебя. Для снега. Это тоже для снега. Для собак. Для мамы. Для меня. Для собак. Это все для снега. Разные виды кормов. И еще лук. А, и еще сырочек. Это для мяса. Можешь себе тоже взять там пару кусочков, если хочешь. И вот это вот, ребята, все, то есть из продуктов это вышло на, сколько я там говорила вам, 800 чем-то гривен без кукурузы и на и собачий корм. То есть получается почти 1500 я потратила вот на вот это вот все. Ничего не купила, денег потратила много. А теперь я пошла за мороженым. Я хочу мороженое очень сильно. А мне это все разложить? Да, зайка, разложи. В холодильник, в морозилку. И еще мне надо поздороваться с девочками, которая сегодня новая смена. Сказать им привет, как дела? Ну, в общем... Ира! Да. Тебе покупать мороженое? Да. Я буду покупать только в этот раз такое, знаешь, как у старика Хоттабыча. Шоколадная пломбир длинненькая. Mm-hmm. На палочке. Okay. Все, я пошла. Снег, ты со мной или дома? Он занят яйцами. Смех и грех. Я сейчас вам расскажу кое-что интересное. У нас вот приехала скорая, захожу в магазин. А, ну да, я купила мороженое старика Хоттабыча. Кто смотрел этот фильм, тот знает. Это было его любимое мороженое. Вот, короче, рассказываю. Захожу в магазин, говорю, девочки, красавицы, привет. Говорю, что скоро у нас стоит? Они говорят, да, говорит, ну, там по имени называют мужчину. Говорит, он тебе вызвал скорую. Я говорю, что с ним такое? А, говорит, плохо, говорит, что-то стало. Да, вызвал скорую. Но самая интересная история, пока он ждал скорую, он говорит, что-то скорая долго едет. Зашел, взял себе пиво, а он уже был поддатый. Берет пиво, короче, выпивает его, говорит, пока едет скорая, говорит, у меня время есть. Скорая едет, он выпивает это пиво, потом заходит снова в магазин, берет рево, опять же таки, оно алкогольное, плюс еще и ту-ту-ту-ту, и берет его, говорит, скорая едет долго, у меня еще есть время, и еще это рево выпивает, и вот это вот его сейчас там откачивают, понимаете, да? Это у нас сколько время? Сейчас вам скажу, который час. А, уже, простите, уже можно пить. 1:30. Ничего себе, вот это я сегодня бегала. Целый день в каких-то разбегах. А теперь прийти домой, еще скушать, быстро начать готовить. Но сначала мороженое. Боже, обожаю это мороженое, оно очень вкусное. Ну, одно из моих тоже любимых. Но вообще люблю золотой ключик и стакан великан. Но в последнее время мне стакан великан не очень нравится, они туда добавляют шоколад. Я шоколад не очень такой люблю. Вот, если бы просто белое, тогда прикольно. А то ты его кушаешь, а в конце оно такое просто приторно-сладкое начинает быть. Поэтому сегодня будет эскимо. Вернее, старик Хоттабыч. Тебе сейчас или потом? Приятного. Уборку эту постирала, она у меня еще мокрая, даже видно. И одела. Потому что очень тепло. Ну, конечно, не так, как было. Вообще комфортно, даже можно в футболке походить. Но все равно. И вот такое вот мороженое.
обычное шоколадное эскимо. Приятного аппетита. И тоже уже подтаяшь. А этот цвет придет в обед. Вот обед уж к нам пришел. Ну а свет к нам не дошел. Кушаем и готовим. Мороженое съедено. Начинаем готовить. Картошку я, наверное, буду готовить уже вечером. Я ее хочу поджарить. А мясо сейчас мы вместе с вами приготовим. И чтобы оно уже было готово, картошка быстро делается, а мясо добавляется, и все. Поэтому сейчас я покажу, как я делаю мясо. Кира собирается ехать в Лавину на шопинг. И вы представляете, она даже влог снимает. Кира, ты реально его снимешь? Да. Вау. Она сейчас придет, Вика, они тут будут собираться одеваться, а я, значит, показываю, что мне нужно для того, чтобы приготовить мясо. Мне нужно куриное филе, которое я порежу кубиками, а потом я его буду протушивать с вот этими вот помидорками, потом я его замочу в соусе терияки, вернее, сначала я его порежу, замочу в соусе терияки или в соевом соусе, потом буду протушивать с этими помидорками, потом добавляю туда лук и тертый сыр. Все, поэтому начинаем. Режем мяско. Вот и все. Мяско порезано вот такими вот маленькими кубиками. Сыр натерла. Лук нарезала. Теперь сюда еще нужно мне чесночка. Но чеснок я буду просто добавлять в сковородку, когда уже мясо будет более-менее готово. Сейчас мы что делаем? Мы берем сюда, заливаем соус терияки. Вот таким вот образом. И полностью хорошенько мясо в этом соусе промакиваем, и оно должно немножко постоять, ну, чтобы напитаться соусом, чтобы было хорошо. Солить уже по вкусу, наверное, потом, потому что сам по себе соус, он соленый. Я вообще, в принципе, не солю. Ну, я такой человек, это Кира у меня потом любит подсолить, она любит солено. Я люблю, не знаю, чтобы было, ну, типа не пресная вообще, но и не соленая максимально. Поэтому если я мясо делаю в соевом соусе или в соусе терияки, я вообще не солю, так как сами по себе эти соуса, они имеют соль. Теперь мы на сковородку льем подсолнечное масло и пересыпаем туда всю вот эту вот смесь. И немножко обжариваю. Так, для того состояния, до которого вы хотите. Я обжариваю не до золотистой корочки, а до белого состояния мяса. Ну, когда оно такое уже, знаете, то есть чуть-чуть прожарилось, но не сильно. Я люблю, чтобы мясо было не сухое, а чтобы оно было таяло во рту. Вот до такого состояния оно у нас прожарилось. Теперь сюда можно добавить чесночок. Я добавлю 3 дольки чеснока. Хотела сказать зубчика, хотя может это и зубчик. Все называют по-разному. И теперь в эту всю смесь замесь высыпаем вот эту вот банку помидор или томатов. И вот в таком вот прекрасном виде все протушиваем. Если томаты не соленые, то пробуем уже на вкус. И если надо, каждый по вкусу добавляет соль, сколько нужно. Но не забываем, что у нас еще соленый сыр, который тоже может пересолить, потому что сыр добавляется в самом конце. И вот на малюсеньком огонечке тушим до готовности. Запах просто невероятный. Ну, вообще, на самом деле, сочетание чеснока и помидора
это сразу такой вау-вау-вау, аромат идет. Сразу напоминает борщик, но борщ готовить я не буду, супы я сейчас не готовлю, потому что их, если приготовить на один раз, то это надо вот столько вот, и заморачиваться на один раз, приготовить суп на двоих, я не собираюсь это делать, возле плиты стоять, париться, чтобы один раз покушать супчика. А на 2-3 раза у нас никак не получится, потому что у нас что? Ирин. Света нету. И холодильник греет через раз. И чтобы стоять, готовить, напрягаться, а потом выбрасывать в туалет, тоже не сильно хочется. А ждем, пока протушится мяско, и я покажу, что делать дальше. Ух ты, пух ты. Сейчас, наверное, дождик будет. Привет, Виктория. Кира, свались уже со своими голыми прелестями. Потому что... Чтоб ты спросила. Я спрошу. Я тебе ответила. А если честно? Я тебе ответила. А если честно? Я тебе ответила. А что, надо без лифчика? Ну, а что, сходила без лифчика. Когда? Все это время. Да. А я что делала? Вроде бы не видела ее голой. Кира, уйди. Я Вику снимаю. Ты голая стоишь. А что ты ищешь? Можно узнать? Вещи! Хоть какие-то. Вот это сейчас будет, вот это они сейчас поедут, вот это девочкам везет. А Кира без меня вообще ничего не смогла бы сделать, ну кошмар, даже кофточку найти не может. Отдала уже я птичку говорун. А что, тебе нужна была она? Надо было забрать. Нет. Мне тоже нет. Он какает много. Боже, ну вы такие одинаковые, это трэш. Посмотреть, когда будет параллельно. Давайте я вам вызову такси, Кир. Зачем? Чтобы вы не намокли. Чего? Ну что, сахар нет? Не, ну вы такие вообще раздеты, сейчас намокнете, зачем оно надо? И шо? А может, кофточку с собой взять? Мне холодно не будет? Там жарко. Холодно тебе точно не будет. А вот жарко может быть. Девочки уехали, посадила их в такси, потому что на улице уже начался дождь. И непонятно, какой он будет, сильный или не сильный. Они такие раздетые, прям веселые, поехали. А мы с вами продолжаем готовить. Так, теперь мы сюда вот добавляем вот этот вот лук. Весь. Вот так. Ты-ры-рым. Ветерочек там такой, ух, какой красивый. Перемешиваем. И сюда же, в это во все месиво. Можно, кстати, немножко водички добавить, потому что, мне кажется, водичка чуть-чуть сильно испарилась. И теперь сюда же мы добавляем сыр. Сыр можно любой, который вы хотите. Я покупаю самый обычный сыр, но не твердый, мягкий покупаю сыр, такой сорт. И опять же таки все перемешиваем и даем еще пару минут потомиться. И в принципе все готово. Это очень вкусно со спагеттими, это очень вкусно с пюрешечкой, это очень вкусно с любой кашей. Жалко только, что вы не видите, как это все красиво выглядит, потому что очень темно. Но я сделаю так, смотрите. Опа, да, красотища какая. Все, оставляем еще пару минут томиться, а у нас уже, посмотрите, что. Как стало свежо, как стало хорошо. Так, мне теперь нужно сделать заготовку на вечер картошки. А это значит что? А это значит, ее надо почистить и порезать, потому что будет не пюрешка. Я не хочу покупать молоко, потому что оно испортится. А это будет жареная картошечка. Как тяжело готовить, когда нету этого. Когда нету интернета и света. Ничего нельзя посмотреть, это так грустно. Ладно. Вот черт. Тихо. Та-да-да-да, закрываемся.
И у нас начинается здесь темень. Посмотрите, как дождик полил. А? Что там у меня на балконе? Наверное, тоже заливает. Ну, конечно. Ну, конечно. О май гад, был. Опа, есть. Почти успела. Зато теперь как тьма в квартире, а? Из-за этих вот вещей, которые я наклеила на стекла. Ничего не видно. Зато я купила просто шикарную картошку. Аж было приятно ее чистить. Ни одной вот этой чуточки не было. Ну, это я сейчас уберу. Но вообще просто идеальная. Прям получила, я не знаю, какой кулинарный оргазм. Вот и все. Картошка тоже готова. Можно уже, ух, открыть окна и запустить свежий воздух. Прошу минуту внимания, чтобы посмотреть на эту красоту. Ну вы посмотрите, ну ведь просто же идеально, да? Просто идеально. Вообще, ну я красавица. Ну я хорошо выгляжу. Ну я шикарна. Сюда, правда, не хватает какого-то ожерелья мне грубого такого. Но у меня ничего грубого нет, есть что-то очень-очень-очень легенькое. Все равно иду с собаками гулять. Да, иду с вами. А Кира мне только что сбросила такой красивый костюм. Я говорю, Кира, бери. 100% бери, он безумно классный. Очень тебе, на тебе сидит шикарно. И вот заставила ее, говорю, покупай. Покупай, даже деньги ей дала, говорю, покупай. Вот, так что, ну все. Я надеюсь, я не замерзну, потому что на улице у нас очень стало свежо после дождика в четверг. Сегодня не четверг, сегодня у нас понедельник, но в любом случае свежо. Ты, Руся, ты опять потерялась? Тебе опять нужно личное приглашение? Все, идем, пошли гулять. Сегодня они должны кайфануть от прогулки. Опа, давай, давай, давай. Опа, посмотри, как сейчас на улице хорошо. Как раз погода для мопсов. Ни холодно, ни жарко, ни мокро. Идеально. Но еще все равно гром гремит. Но я с собой зонтик, водичку взяла. Так что? Ты, Русечка! Как я не люблю, когда она остается там, с той стороны дорога, с той стороны дорога. И у меня собаки все на разных сторонах. Терочка, малышка, идем. Солнышко, пирожочек. Какой там пирожочек? У меня там сообщение. Очень важное. Друг какой-то отправил. Давай, давай. Ай, ты мой сладусик маленький. Ой, ты пирожочек мой любимый. Гуски, гуски. Кто там идет? Вау, включи свет. Вау. Давай показывайся. Быстро зарядку поставить. Быстро зарядка вон там. Боже, какая ты шикарная. Это вот Кира купила. Ну давай, показывайся мне. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Очень круто. Оно задом. Оно задом. Очень классно. Вообще просто. Ткань такая приятная. Что такая серьезная? И шо, пусть себе растает. Ну прям таки. А что там еще? А, вещи твои. Блин, ну я не могу на тебя насмотреться. Очень круто. А где покупала? Mm-hmm. Где покупала? А, джинсовик. Вот тут вот покупала. А просто когда мне Кира сбросила фоточку, типа, как тебе? Я говорю, вообще просто unreal. Классно, бери. Очень красиво. Такой еще цвет шикарный. Но она просто деловая пришла домой, поэтому она со мной не общается. Покупала костюм. Кому? На видео. А, наш влог снимает. Точно, ну сейчас
Боже, Добби, а ты тут косточки поразбрасывала. Какой ты красавец. Дай пусть... А, это не косточки, это какая-то палка. Короче, я уже дома. Зашла в магазин, купила кока-колу и мороженое. И хочу показать костюм. Я не показала, у меня, короче, телефон... Я не знаю, что это за палка, честно вам сказать. Ну, какая-то палка. Что-то погрызли. А я уже здесь картошечку поджарила. Здесь, конечно же, мяско. И салатик уже заправить только нужно. Так что я свои мамские обязанности сегодня выполнила. На все много процентов. Да, честно скажу, на все много процентов. Деньги дала, на шопинг отправила. Накормила, напоила. Единственное, что сказала, что с нее мороженое и кока-кола. И вот мороженое она купила, в морозилку положила, а кока-колу она тоже купила. Но это так, на вечер. На утро я буду сегодня, завтра пить кофе. Мне даже свет не нужен, у меня турка есть. Потому что завтра с утра точно света не будет. У нас сейчас его выключат в 9 вечера. Как всегда. А я планировала фильм посмотреть. Ну, это такое, знаете, как... Планы могут меняться. Ужин наш такой. Картошечка, мяско, с которой мы с вами готовили, и салатик. Все, ребята, а слушай, а можно я тоже померю этот костюм? Померю. Подождешь, пока я быстро померю? Померю. А ну, давайте. Это ребята, это просто... Это не пижама. Это не пижама. Многие сейчас могут написать. Это костюм в стиле, да, пижамы. Смотрится очень шикарно. И даже длина штанины обалденная, понимаете? Именно такая, какая должна быть. Потому что всегда я на свой рост не могу подобрать штанину. В плане еще и бедер. И тут села тоже все отлично. Как будто на нас с Кирой и шито. Очень красиво. Короче, все, ребята, всем на сегодня, наверное, Сёмочки, лавушки и чаушки-какаушки. Пока-пока. Кит, скажи пока. Пока-пока. Чао. Последнее включение. Забыла вам рассказать. Кира завтра уже идет снимать ресницы. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления. Мне нравится. Сделала бы еще раз. Да, но не сейчас. Ну, прикольно. То есть я не скажу, что мне тяжело, мне неприятно. Ну, прикольно, не надо краситься. Встал и пошел. Ну, не знаю. Сейчас, знаешь, я просто такой человек, которому быстро надоедает что-то. То есть я что-то делаю, а потом оно мне быстро надоедает. И вот я сделала себе ресницы, они мне уже надоели. Я хочу их снять. И ты представляешь, что ты сразу же изменишься без ресниц? Я уже привыкла к тебе с ресницами. Привыкните ко мне, какой была раньше. Вот так вот. Так что завтра мне надо ее разбудить. 8:30, а на сколько тебе ехать, идти? На 10. А, 8:30 разбудить, и в 10 она уже будет. Мне же доехать еще. Без такой шикарной красоты. Все, теперь точно пока.